Привет, воронежцы! Сегодня мы находимся в аптеке сети «Картинки» по адресу Московский проспект, 10, которая известна своим необычным оформлением. Сегодня мы узнаем, зачем фармацевтам пушка и как петровская тематика помогает лечить людей. И еще много всего интересного. Здравствуйте, Никита. Скажите, а пушка настоящая? Здравствуйте. Пушка? Да, конечно. Можете сами в этом убедиться. Металлический ствол, лафет, колеса, все работает. Как пришла идея привезти ее в аптеку? Идея пришла в тот же момент, когда и посетила идея создать здесь петровскую аптеку, потому что имя Петра Первого связано всегда с кораблями, а корабль, в первую очередь, также связан с пушкой. А как воронежцы отнеслись к такому украшению? Воронежцы отнеслись ожидаемо, по-разному. То есть кому-то она понравилась, кто-то не понимает, для чего она здесь. Кто-то просто не обращает на нее внимания. Почему именно петровская тематика? Петровская тематика, ну, во-первых, потому что имя Петра Первого неразрывно связано с Воронежем, когда он все-таки решил организовать свой второй Азовский поход. Именно здесь он решил организовать верфь и строить свои корабли. Ну, с Петром Первым и Воронежем все понятно. А как появился греческий стиль? Он тоже не характерен для аптеки. Греческий стиль, ну, наверное, здесь не совсем точно. Скорее, можно сказать, что исторический стиль, потому что греческий стиль – это одна из составляющих истории. Да, непосредственно она занимает основную часть, но, тем не менее, в аптеке представлены имена именитых и наших русских ученых – Боткин, Сеченов, Павлов. Поэтому, скорее, это историческая аптека. Как вы считаете, такое оформление не отвлекает посетителей? Отвлекает, но это не всегда плохо. Как всегда, палка о двух концах. То есть кто-то приходит с плохим настроением, думает, что видит обычную аптеку, а здесь видит необычное оформление, интерьер и отвлекается от своих каких-то проблем. Поделитесь секретом. Какие еще необычные картинки могут увидеть воронежцы в будущем? Ну, сразу хочу сказать, наверное, это не секрет. Мы всегда как бы готовы афишировать то, что мы собираемся делать. И ближайшее будущее – это будет аптека на Остужево, посвященная знаменитому актеру, да, который все-таки внес большой вклад в историю города Воронежа. Это Александр Алексеевич Остужев. Вы собираетесь масштабироваться так? Да, и на этом останавливаться мы не собираемся.